С самого утра у памятника Тарасу Шевченко собрались около 200 человек. Первыми по традиции цветы возлагают чиновники. Шевченко чиновники называют символом патриотизма и борьбы за свободу украинского народа. Вице-губернатор Валентин Дулук уверен, что сегодня влияние шевченковских произведений на сознание украинцев еще сильнее, чем когда поэт был жив. Шевченко сейчас, все с каждым годом он становится все величнее и величнее и величнее. Мы больше понимаем вот именно вот этого человека, человека-патриота, человека, который где бы он ни был, он везде писал, и все чувствовали, что вот это пишет настоящий украинец. Правда, из творчества поэта чиновник вспоминает не патриотические строки, а шевченковские наставления девушкам. Рухайтеся чорнобриві, та не з москалями. Москалі хлопці буйні роблять лихо з вами. С цветами и флагами пришли к памятнику Кобзарю и сторонники коммунистических идей. Шевченковскими строками они говорят о нынешней ситуации в Украине. У наших правителей заснула совесть. Так, как говорил Тарас Григорович, треба громадою обух ставить, та добре вигострить сокиру, та й заходиться вже будить. І ми будемо це робити. Но разбудить совесть власть имущих пытались уже без них самих. К тому времени, как коммунисты начали свой митинг, чиновники разошлись. Евгения Дашкевич, Алексей Калмык, медиагруппа «Объектив».